Пограничный сторожевой корабль типа «Туфан», который был произведен в Азербайджане, приступил к несению службы. Новое судно используется для защиты государственных границ, обеспечения безопасности нефтегазовых месторождений и трубопроводов. Корабль длиной 62 метра оснащен современным радиотехническим оборудованием, системой навигации и связи, а также системой наблюдения, функционирующей в режиме дневного и ночного видения, и гидроакустической установкой. Водоизмещение «Туфан» составляет 470 тонн. Он оснащен высокоскоростным катером, способным выполнять служебные задания в сложных условиях на Каспийском море. Это шестой по счету сторожевой корабль, созданный в Центре строительства и ремонта судов береговой охраны Государственной пограничной службы. Центр, который начал свою работу в 2014 году, до настоящего времени построил 12 судов, из них 6 кораблей типа «Шахдах», а остальные типа «Туфан». По мнению военных экспертов, за последние годы в оборонной промышленности Азербайджана достигнуты большие успехи по производству военной техники и боеприпасов. На выставках оборонной промышленности, проводимых как внутри страны, так и за рубежом, республика демонстрирует свою военную продукцию. Производство военных кораблей также является одним из приоритетов отечественной оборонной промышленности. За последние 15 лет в Азербайджане удалось поэтапно добиться развития оборонной промышленности, в том числе на ремонтных предприятиях, действующих при воинских объединениях, а также производственных предприятиях. Это является показателем того, что в ближайшие 10 лет большинство видов военной техники, которая будет передана в арсенал вооруженных сил, будет произведена азербайджанскими инженерами и на местных предприятиях. Создание береговой охраны Государственной пограничной службы открывает большие возможности для защиты государственных интересов на высшем уровне и надежной охраны госграниц. Сегодня в стране уделяется серьезное внимание повышению профессионального уровня моряков-пограничников с точки зрения защиты водных границ. Ежегодно личный состав береговой охраны привлекается к различным тематическим и тактическим учениям. Это играет значительную роль в повышении военной подготовки и укреплении профессиональных навыков в экстремальных ситуациях. Фат Байрам, Фафет Гасанов, Орхан Бадалов, Рав Гусейнов, CBC.